Золотом из Сербии в родной Дагестан. Накануне в Махачкалинском аэропорту встречали победителя Кубка мира по греко-римской борьбе Милада Ализаева. Напомним, что классик из Махачкалы в Белграде был вне конкуренции в весе до 82 килограмм. Наш корреспондент Курбан Рагимов узнал, в чем секрет успеха 22-летнего спортсмена. Этот рейс в Махачкале ждали с особым трепетом. Милад Ализаев – первый воспитанник дагестанской спортшколы, ставший обладателем Кубка мира по греко-римской борьбе. Встречать спортсмена приехали сотни болельщиков. 14 декабря все с замиранием сердца ждали от него только победы. На Кубке мира в Белграде Ализаев был единственным дагестанцем в составе сборной России. 22-летний борец впервые выступал на столь высоком уровне. Несмотря на это, ученик Артура Курамагомедова и Магомедали Магомедалиева сумел оправдать возложенные на него надежды. На предварительном этапе Ализаев выиграл 3 встречи, а финальное выступление завершил эффектной досрочной победой. В первую очередь был счастлив, что получилось, обрадовать всех, кто за меня болел, переживал. Эмоции, честно говоря, до сих пор чуть бурлят еще во мне, полностью еще не успокоился. И, пользуясь случаем, хотел свою победу посвятить профессору, нашему тренеру, ныне покойному Абакарову Арипу Магомедовичу. Его как год уже нет с нами. Он большой вклад сделал в развитие греко-римской борьбы в республике. Этот человек был с большой буквы. Радость победы с чемпионом разделили его родственники, друзья, представители Минспорта и Федерации борьбы. Большая делегация приехала из Рутульского района, откуда родом Ализаев. Выступавший и уверенный триумфатор способен ворваться в олимпийскую сборную страны на игры в Токио. Когда ему было лет 14-15, я тогда же ему сказал, я говорю, сынок, я думаю, что с тебя будет олимпийский чемпион и первым. Потому что у него какие-то данные такие, и рычаг длинный, и смотрю, боец, характер такой, сам человек. Очень скромный и в поведении, и главный тренер сборной России Гоги Мурманович Кугуашвили буквально вчера беседовали, говорит как раз таки о том, что очень крепкая психика, на этом все основывается, ведет себя хорошо, тренируется, можно сказать обычным словом, таким сленгом, пашет день-ночь, прекрасные тренера с ним работают. Скромный в жизни и зрелищный на ковре Милад Ализаев в борьбе с 6 лет. С детства он выделялся своим трудолюбием и упорством, что в итоге и привело его к большим победам. Ализаев, он знает, он чересчур скромный парень, никогда нигде не выделяется. То, что вот ему говоришь, выполняет задания, никаких лишних вопросов не бывает. Вот мне как тренеру с ним очень удобно работать, потому что дисциплинированный. А это основной спорт. Есть вот дисциплина, это я как считаю, что это основной спорт. Это для нас, для нашей школы, то, что наш воспитанник, это большое событие. Почему? Потому что бывает, которые приезжие, там какой-то результат показывают. Только у нас вырос, это не только для нас, для республики и в целом России. Это большой результат. Я думаю, на этом мы не будем останавливаться. Еще много работы впереди, упорный труд. Я думаю, олимпийская медаль возможное дело. Сейчас у Ализаева нет времени почивать на лаврах. Уже через месяц в Ростове пройдет чемпионат России, где дагестанский классик выступит в новой для себя категории до 87 килограммов. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.